фильме Алексея Учителя «Космос как предчувствие». И там, в общем, время действия перед первым полетом нашего человека в космос, конец 50-х. И есть такой эпизод, значит, на танцевальной площадке стоит импозантный мужчина в окружении прекраснейших дам, такие прически того времени, которые сидят и аккомпанируют ему, глядя на него, с едва скрываемым вожделением. Вот. И он поет так прекрасно, расслабленно, уверенно, нежно моим голосом. Конечно, мне завидно. Вот. И я при любой возможности пытаюсь восстановить справедливость, вернуть голос изображению. Вот, и немножечко побывать в роли этого импозантного мужчины и искупаться в лучах вожделенных взглядов дамских. Вот. Ну, тем более, что сегодняшний зал не может пожаловаться на отсутствие женских прекрасных лиц. Итак, мы хотели бы исполнить песню, которая на самом деле прозвучала действительно в 50-х годах, исполнял ее блистательный певец Рашид Бейбутов, прозвучал на фильме «Загадки старого Ашира» «Необыкновенные глаза». Yeah.